Срочно ищут мастера по ремонту скутера. Звоните по телефону 8 904 104 28 83. Срочно продадут трехкомнатную квартиру на третьем этаже дома номер 7 по улице Русанова. Теплая, светлая, лоджия выходит на реку. Цена 2 миллиона 200 тысяч рублей. Возможен торг. Подробности по телефону 8 912 127 97 58. Срочно снимут трехкомнатную квартиру в микрорайоне Энергетиков. Звоните по телефону 8 912 954 66 82 и 8 912 954 1225. Кинотеатр имени Максима Горького приглашает на летние развлекательные мероприятия, созданные специально для детей и их родителей. Приглашает всех отметить международные праздники, такие как День шоколада, который пройдет 11 июля в 15 часов, День прогулок под дождем, 18 июля в 15 часов, День собирания звезд, 8 августа в 15 часов, День именинника, 15 августа в 15 часов. Программа включает в себя игры, конкурсы, сладкие призы, а также просмотр премьерных мультфильмов из текущего репертуара. Все гости праздников смогут поучаствовать 15 августа на День именинника в розыгрыше бесплатных призов. Необходимые условия – быть участником всех летних мероприятий. Стоимость билета – 100 рублей. Телефон для справок и бронебилетов – 376-06. Ждем вас! Будет интересно, весело и сладко. Продается капитальный гараж в трех уровнях по Южному переулку в районе гаражей горводоканала. Железобетонные перекрытия, ворота под УАЗ «Газель». Гаражом не пользовались, только хранили вещи. Цена 250 тысяч рублей. Торг. Телефон 8 912 954 43 43. Срочно продадут однокомнатную квартиру на пятом этаже по адресу улица Железнодорожная, 31. Недорого. Телефоны 3 85 57 и 8 912 177-31-58. В связи с переездом продадут стиральную машину, холодильник, персидские новые ковры, прихожую. Все в хорошем состоянии. Цена договорная. Обращайтесь по телефону 8 909-127-22-74. Внимание! С 1 по 7 июля с 10 до 19 часов в торговом центре «Радуга» летняя распродажа шуб фабрики Пятигорска. Продажи: все меха, дубленки, шапки, постельное белье. Скидки каждому покупателю. Акция: принеси старую шубу и получи скидку на новую. Кредит. Рассрочка по паспорту без первоначального взноса от 3 месяцев до 3 лет. Скорая юридическая помощь. Адрес: улица Московская, 27А. Телефоны: 402-71, 8-904-868-04-74. Уважаемые жители города Печоры и Печорского района, ритуальный дом «Вечность» открыт для вашего удобства. Филиал в поселке Кожево, по улице Советской, 10А, в здании Ростелекома. Предоставляют полный спектр услуг: автокатафалк, оформление документов, зал прощаний, консультации по телефону 40 900. Ритуальный дом «Вечность», улица Набережная, 36А, и поселок Кожево, улица Советская, 10А, здание Ростелекома. При обращении сразу выдается пособие на погребение. Срочно продается двухкомнатная квартира на втором этаже по адресу Печорский проспект, 86. Звоните по телефонам 3-21-52 и 8-925-386-90-25. Внимание населения! Администрация муниципального района Печора приобретает однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные благоустроенные квартиры на вторичном рынке в городе Печоре. Собственников, желающих продать квартиры администрации, просят обращаться за консультацией по адресу: улица Ленинградская, 15, кабинет номер 405, отдел муниципальных закупок, кабинеты номер 109-117, отдел управления жилым фондом. В будни с 9 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов. Начальная максимальная цена однокомнатной квартиры составляет от 850 до 862 тысяч рублей. Двухкомнатной квартиры – 1 миллион 376 тысяч рублей. Трехкомнатной квартиры – 1 миллион 730 тысяч рублей. Контактные лица: Терентьева Людмила Борисовна, телефон 7-25-94-7-48-44. Терентьева Елена Николаевна, телефон 7-43-40-3-24-23. Продадут автомобиль Ford Focus Restyling 2010 года выпуска. В отличном состоянии. Звоните по телефону 8-912-094-35-55. Продаются 4 летних колеса R16 на легкосплавных дисках. Цена 24 тысячи рублей. Звоните по телефону 8-912-951-42-61.
магазин. Разместить информацию в программе «Телегазета» вы можете, обратившись в центры обслуживания клиентов по адресам: улица Островского, 74, и улица Ленина, 16. Телефон рекламной службы 35690. Внимание! Информация дублируется на нашем сайте www.volna-plus.ru.